от Марии. Как пребывать в состоянии абсолютного покоя? Ну, никак невозможно пребывать абсолютного покоя. Потому что абсолют не покоен. Абсолют не может быть вот покоен. Потому что покой это равносильно вот а абсолют он такой, о, Господи, там нет нигде покоя, посмотрите на ребенка. Внутри вроде покой, а там одно сумасшествие. И ты не знаешь, как его остановить, этот покой. Поэтому, чтобы знать абсолютный покой, то надо знать, что такое абсолют. И захочется ли тебе быть покоем. Но этого не надо достигать. Потому что это неинтересно. Замереть и умереть. Абсолютный покой это в гробу высоко. И то приходят, суки, глаза закрывают и все. Следующий вопрос.